Севастополе выбрали лучшего пожарного. Региональный этап смотра конкурса «Лучший по профессии» состоялся 23 августа на базе 3-й пожарно-спасательной части. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по городу. Программа конкурса традиционно состояла из нескольких этапов. Участники выполнили задания из области пожарно-строевой, тактика специальной и физической подготовки. Сегодня на базе 3-й пожарно-спасательной части мы провели конкурс «Лучший по профессии» в номинациях «Лучший пожарный», «Лучший командир отделения», «Лучший водитель», «Лучший радиотелефонист», «Лучший начальник караула» и «Лучшая пожарно-спасательная часть». Пожарные и спасатели показали сегодня высокий уровень квалификации своей. Сегодня данные сотрудники показали свои лучшие результаты. Данный конкурс мы проводим для того, чтобы поощрять действительно хороших специалистов, и отправляем самых лучших сотрудников на Южный федеральный округ для проведения соревнований на всероссийском масштабе. Впереди у победителей региональных состязаний не менее ответственная миссия. Честь города-героя они будут защищать на соревнованиях Южного федерального округа. А дальше, если удастся вырваться вперед, поборются за победу и на всероссийском уровне.